Перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Здорово. Здорово. Ну и отлично, тебя. Тебе ебой. Здорово. Че с моим, ничего не с моим музом выключал, который написал. Ну вот альбом дописываю, чтобы... Ну, блядь, надеюсь, короче, до 5 числа он выйдет. Ну, и, мне осталось там 2-3 трека доделать. И, ну, вот записываю. Да, только проснулся. Ну, я после Питера спал, короче, пиздец. Часов 12. Ну, в Питере клип снимали, тоже выйдет до 5 числа, наверное. Бля, братан, что у вас там с Минском? Какие-то траблы постоянно. Лучше ты приезжай на концерт, он 12-го. Вот это будет огонь, это я гарантирую. Там и новый альбом будет, там вообще все будет. Там и днюха моя будет. Все 12 мая будет, жара пиздец. А, ну, я вообще не бухал, он в Питере бухал, брат. Пиздец, говно, блядь. Киру, привет, брат. Здорово. Здорово. Я, чё? Ну да, да. Альбом бомба, хули. Так что все, кто с Москвы, да, там 12 мая я вас жду. Там будет презентация альбома, будет мега-концерт, будет моя днюха, как бы. Кто не придет, как бы... Бля, лучше потом не приходить. Я шучу, конечно. Вот все будут там, наши, как бы, будет пиздец грязище. И как бы, ну, с организацией будет лучше, просто раз будет все безопаснее. Я знаю, там было много, как бы, ну, в этот раз никаких людей, как бы, которые будут портить вам отдых, там не будет. Которые сильно бухают, понимаете, о чем я. Да и тот раз было весело просто, ну да. С охраной там какие-то вопросы. Они боялись, что мы сцену сломаем, говорит, не прыгаем. Мы говорим, бля, мы здесь всегда так прыгаем, нахуй. 20 человек, в чем проблема? Да, брат, можно? Нужно тебе с Украины ехать, брат. Вот, с Волгограда, конечно, брат, потягивай. Я тебе говорю, вот это будет пиздец, эпичная хуйня. Я вам гарантирую, будет, ну, очень. Новый альбом, я в восторге, будет 21 грамм, будет новый, короче. Оу, е. Ну, придешь, узнаешь, брат. Придешь, узнаешь. Иркутску привет, брат. Много знакомых у меня тут в Москве с Иркутска. Вообще много тут иркутских в Москве. И они, кстати, они всегда держатся вместе, знаете, вот что я заметил, иркутские молодцы. Они всегда знают всех остальных иркутских, которые в Москве. А, брат, у меня день рождения 11-го, но мы будем хуярить 12-го. Там будет новый альбом уже и клипчик, а может и два, как бы посмотрим, как успеем. Уфа, Тюмень, как бы, ну, смотрите, просто... Масса такая, что в Москве, ну, мы отказались от организаторов и решили сами себе, потому что так намного круче и как бы лучше получается, и публика довольнее. Ну, и как бы я могу контролировать, я не хочу, чтобы кто-то там решал, там, ну, понимаете, там такие вопросы какие-то. Я приезжаешь, там матом нельзя ругаться или выступать, там что-то, или звук галимый, бля, когда ты сам все делаешь, все намного круче. Мне бы хотелось, чтобы мы такую же политику сейчас продвинули на другие города. Вот Питер тоже очень просит. Блин, мне бы очень хотелось бы в Питере так сделать. Вот сейчас сделаем Москву последний раз сами. И если, ну, как бы войдем уже в этот хороший ритм, то
Петербурге, я уверен, там в сентябре, в октябре мы сделаем то же самое. Жушняк, пиздец. Ну, братан, вот, ну, как бы, тур, ну, нужно, ну, нужно, ну, бля, когда ты это сам, просто понимаешь, братан, раньше, да, я подписывался на любую хуйню, сейчас я подписываюсь только на хуйню, когда мне нравится, понимаешь? То есть, ну, блядь, понимаешь, хочется все красиво делать, я устал, что, блядь, люди, которые, знаешь, они ебланят, они в организационных вопросах могут засрать тебе все, знаешь, а как бы, ну, люди потом все на тебя думают, понимаешь? Привет, привет, да ты что гонишь, брат? Братан, если ты по делу пишешь в ВК, то, как бы, да, там будет этот... Там тебе ответят. Если ты пишешь там оценить трек там или фит, то тебе не ответят, конечно. Да, я только проснулся, говорю, с полдвенадцать часов после Питера. Я сначала в 7 утра проснулся, да, и сейчас проснулся еще что-то. В Питере двое суток не спал. Что это шумит? Не пали, брат, контору. Собери бабки, сиди в бар, скажи, брат, с бабками нет проблем, как бы, проблему надо сделать, восстановить загранчик, блядь, наверное, кстати, может, завтра этим займусь, и просто надо альбом выпустить, понимаешь, лето, блядь, лучшее время, чтобы записывать рэп, понимаешь, не знаю, во-первых, как бы, блядь, зимой, как бы, летом больше тусуешь, больше отдыхаешь, там, площадка, гуляешь с людьми, гуляешь, больше, ну, понимаешь, треки лучше записываются. Но зимой еще воздух сухой, как бы, а у многих рэперов из-за этого проблемы со связками, знаете, многие, увидите, там, рэпер шепчет после, вот, я, бывает, после выступления тоже теряю голос, короче. Драмер в Калининграде, там, поддержите брата. Музычку вруби. Да можешь попробовать, брат. А с другой стороны, я не буду больше парить. Я хотел тоже выкинуть вам трек, но, блин, думаю, что у меня... Я так уже полуальбома вам спалил, пока выкидывал. Скажи ей обязательно. Да, Одинцово наш район, брат. Английский знаю, брат. Охуительно знаю английский. А проблем с компом? Да нет, брат. Все отлично. А велел или нет фотографии? Ну, видел или нет со спарринга Дуни Димаста? Да, и как бы давай видео Дуни Димаста сюда. Полный спарринг, все хотят это увидеть. Я посмотрел с удовольствием. Он там, Дуни говорит, там они уже на этот, на рематч договорились, как бы. Все на альбоме, брат, все на альбоме. За это бабки возьму. С чего ты на меня собрался бабки брать, брат? А, ну, знаешь, сначала я как бы отказался. Мне Дуня, на самом деле, да еще до Дуни многие об этом предлагали. Ну, понимаешь, я отказался, бля, все равно как бы я не профессиональный боец, братан. И, ну, не знаю, я считаю, что если вообще, ну, если ты не профессиональный боец, все равно это будет выглядеть не очень пиздато, как, понимаешь, о чем я. Ну вот. Но с другой стороны, посмотрев, я думаю, блядь, если они просто как спарринг это делают, то может, знаешь. Не знаю, как бы.
Да, орал советский, брат. Взорвал, пиздец, как взорвал, брат. Проснулся в 7 утра, взорвал так, что лег дальше спать. Вот сейчас опять проснулся. Да, там съемки отменили сегодня, что-то. Там меня еще одно место ждут вообще. Но я что-то не дозвонился, думаю, бля, пока может еще поспать. Потом уже поеду туда. Да, там еще какое-то предложение поступило насчет, насчет ведущего. Ну не то, что ведущего, как бы, но это с хип-хопом связано. Я не знаю, вот надо съездить, посмотрим, если что, я вам расскажу потом все. А, честно говоря, я думал, Димас-то загасит Дуню. Вообще жестко, да. Как бы. Ну, никакого дисреспекта Дуне просто, но. Ну, не знаю, Димас, ну что я вел, нормально вкладывает, как бы. Но я не знал, что Дуня, оказывается, в это время тоже занимался, как бы. Поэтому, ну что, если он. Главное, это, ну, как бы, драться с умом. Если ты делаешь правильные вещи, как бы, то в драке, то, ну, в принципе, можно, как бы, победить любого. Вот. Ну, удар по яйцам я, конечно, не считаю правильные вещи, если понимаете, о чем. Но это, как бы, уже, ну, это не бумажки, лучше, как бы, да. Дуни раньше со всеми фристайл, причем он это делал, как бы вот это вот туалетные фристайльщики. Я всегда был против этой хуйни. Знаете, на тусе там рэперы собираются в туалете и начинают друг друга читать. Дуни со всеми ими батлил постоянно, это был полный пиздец. Даже один раз там братуха Ашот что-то ему там кому-то там то ли наебашил, то ли что-то еще там, Дуни кого-то обосрал. Вот, да, было время веселое. Вообще, Дуня раньше лез во всю хуйню. Да, пройти мимо ОМОНовцев, что-то им вякнуть там, ОМОН, КОМОН, да, знаете. В Москве или в Питере? Да везде хорошо по-своему, брат. В Москве, знаешь, в Москве работа кипит, брат. В Питере отдых, понимаешь, типа, культурная столица. Мраз хороший, я не знаком с ним, брат. План на день, я говорю, мне надо там по деловым вопросам съездить, там приглашать какие-то предложения, там, я, наверное, поеду позже. Вообще, приходить в себя после Питера и доделать альбом. Вот, да, с Ригасом, может быть, удастся нам этим летом заиграть баскет, потому что, как бы, ну, в прошлый раз не получилось. Да, бра, я пьяный, хули проснулся и ебанул чуть водяру. Six9, слушай, братан, неужели я похож на того, кто эту Six9 слушает, братан? Не, я просто. Просто расслаблен дома в обстановке, понимаешь, чем. БПМ батлы, не, спасибо. Не моя хуйня. Фух. А из старой школы кого уважал? Не знаю, как ты делал вещи, знаешь. Брат, кого там можно уважать? Вутанги всякие. А сколько самый первый? Сам мой первый трек, братан, «Караван». Можешь зайти послушать и найти вообще, когда я это записал. Google it. А, в прямом эфире пообщаться. Братан, я не знаю, как бы. Если ты по делу, брат, по делу пиши, ну, в личку, ВКонтакте, как бы. Ты есть на треке, скажи, ну, на какой-то версии есть. Вот. А. Все, Гов Кострому, один приеду, брат. Ну, тогда обязательно, ради тебя обязательно приеду. Ух. Вообще уже глаза закрываются.
С кем на альбом фитуешь? Брат, а как бы, я, ты знаешь, не фитовый чувак, особенно на своих релизах, как бы. То есть мой релиз, это мой релиз, как бы. Наверное, будет пару братьев, как бы, кто успеет записать. Я просто, знаешь, я в темпе делал, брат. Как бы, кто успеет, тот успеет. Там долгое там рассуждение, знаешь, там запиши, ты нравится мне, кидай, да, нет, сделал, все, выпускаем, понимаешь. Так ждать всех, блядь. Короче, наверное, да, дальше спать. Ебать.